Так, схватка началась. В одной стойке ребята стоят. Света, можно чуть-чуть поближе? Чуть-чуть. Проверяют друг друга, выискивают ситуацию. Алексей Иванов в конце 2019 года также был победителем Кубка России. Или правильно сказать, обладателем Кубка России. В Кстово в конце ноября прошел кубок. Уверенно Алексей отборолся на нем. Ну, что будет сегодня, посмотрим. У него соперник не кто-нибудь, а Кадзаев Исламбек. Очень сильный спортсмен, чемпион страны. Синему объявляется замечание за пассивное ведение борьбы. Борис Сава, арбитр встречи. Боковой судья Михаил Суханов. Артур Адамян, руководитель ковра. Осторожничают. Дистанцию соблюдают. Выискивают момент для атаки. Вот боковой судья уже предлагает красного наказывать, поскольку синий пошел вперед, что называется, да, так чуть-чуть поддавливать начал. То есть это не выражено так эффективно, да, никто никому удары в туловище или в голову не наносил. Но мы видим, как один и второй борются за территорию ковра, что называется, кто в центр, так, в захвате Иванов. Завязывает его Кадзоев, он прям завязал, косой захват. Иванов уже защищается, хотя первый же в захват вступил, теперь он уже вынужден защищаться, переходит на рычаг локтя со стойки. Видимо, идет на удушающий, да, треугольник. Наносит попутно удары. Нельзя хвататься за пальцы, он это понял. Вот рядом, видите, у него там погранично он работает с кистью соперника, пытается удушить. Пока что Кадзоев все держит, законтролировал ситуацию. Улучшает, пытается позицию улучшить Иванов, вот подтягивает руку, наносит удары еще раз. В почки попал, по туловищу, везде, что называется, так проверяет слабые точки. Вот и отвечает Кадзоев коленочкой. Кадзаев, прошу прощения. Но не выпускает Иванов ситуацию, пока что держит. И останавливает. Минута прошла, останавливает встречу арбитр, поднимает стойку. Красный сейчас будет наказан за пассивное ведение борьбы. 1-0 ведет. Стоп. Так кого же... А, один... Вот, теперь исправили на табло. Я просто смотрел на табло, и там немножечко была ошибка сначала. Не тому повесили этот балл. Теперь тому, все хорошо. 1-0 ведет Иванов. Теперь все верно. Кадзаев, значит, идет к врачу. Кровотечение у него обнаружилось. Алексей Иванов пока что переводит дух. Дышит. Возвращается на центр. Кровь, видимо, остановлена. Напомню, 2 минуты у врача. Минуту 30 вы видите на табло. Оп, очень опасно сейчас. Иванов сразу развернулся на спину. Не стал лежать на животе. Правильно запускать за спину своего соперника. Это, конечно же, опасно. И сейчас схватка продолжится в стойке. Вот здесь мы видели... Кадзаев пошел вперед, провалился Иванов. Имел шанс Кадзаев сверху сзади забежать и, собственно говоря, заработать обратное предупреждение. Но Иванов вот проявил некую такую расторопность, что называется. Опять на краю ковра Иванов. Боковой переворот делает Кадзаев. Поднимает, задняя подножка делает Иванов.
На краю ковра. Очень остро ребята боролись. Поднял, но не сбросил. И тут же заднюю подножку делал Иванов. Казаев бьет в захвате. Подбирается Иванов ближе. Спину с колен. Будет ли оценка? Оценка дана. 2 балла. Было видно, как Иванов потянулся за глубоким захватом. И именно этим воспользовался Кадзаев. Очень вовремя подвернулся на бросок через спину с колен. Теперь вот пассивная защита. Будет ли засчитана? Вот видите, он потянулся, остановился. И в этот момент подвернулся уже Кадзаев. Пассивную защиту не стали засчитывать. Кадзаев выкатился за пределы ковра. Опять к глубокому захвату на спине идет Иванов. Вяжет руки. Кадзаев вяжет руки. По-самбистски, именно по спортивному самбо. В ноги проходит. Зацеп голенью. Комбинирует действия. Зарабатывает еще 1 балл. И время встречи. Да, вырывает победу Кадзаев. Вырывает.